Всем привет! Продолжаем наше путешествие по Армении, которое, подобно музею под открытым небом, поражает всех своими чудесами. Не отводя взор от величественного библейского Арарата, едем в сторону Сюникского Марза. Дорога проходит по неописуемо красивым уголкам Армении – Араратскому и Вайотзерскому Марзам, мимо городов Ярыгназор и Вайк, мимо самого крупного Спандарянского водохранилища. И вот, с легкостью преодолев 217 километров, подъезжаем к городу Сисян, который находится на двух берегах реки Воротан, на высоте 1600 метров над уровнем моря. Современный Сисян расположен в области Цугук, исторического Сюника. Под названием Шагак являлась древнейшей резиденцией князей области. С позднего Средневековья здесь правили армянские мелики Тангяны. В 1913 году Сисян входил в состав Елизаветопольской губернии Зангизурского уезда Восточной Армении. Зангизурский уезд был сформирован в 1868 году. В 1930 году Сисян входил в состав Сисянского района Армянской ССР и являлся его административным центром. С 1935 по 1940 год назывался Сисаван. С 1974 по 1995 год получил статус города областного подчинения. Сегодня он отдельный город в составе Сюникского Марза. Сисян армянскому народу дал ряд известных имен. А вот некоторые из них. Один из выдающихся деятелей армянского освободительного движения, дипломат, добившийся освобождения Армении от Персии и Османской империи, Исраил Ори. Выдающийся армянский поэт Амос Аян. Известные скульпторы Арташес Овсепян и Гетик Багдасарян. Художник Паравон Мирзоян. Армянский механик, микроминиатюрист, основатель искусства микроминиатюры, музыкант Эдуард Терхазарян, ученые Никугайос Адонс, Борис Карапетян, ряд архитекторов, актеров, ученых, музыкантов. Невозможно всех перечислить. Сисян побратим с тремя городами. Это греческий город Неа-Змирный, Слуцк в Беларуси и Монтелимар во Франции. Ну а сейчас о цели нашей поездки. Всевозможные кулинарные фестивали, организованные общественной организацией развития и сохранения армянских кулинарных традиций, давно уже известны за пределами Армении.
Недавно организация начала сотрудничать с Армянской Федерацией по туризму. Благодаря первому сотрудничеству с Сетраком Мамуляна и Мехака Апресяна в Сисяне был впервые проведен армяно-иранский кулинарно-культурный фестиваль, который носил имя «Навасарт». Почему «Навасарт»? Объясню чуть позже. А между тем, на площади Сисака-Нагапета перед мэрией и на близлежащих улицах собрались сисянцы, гости из Еревана, разных уголков Армении, из Арцаха и разных стран. Справа и слева в командах армянских и иранских кулинаров готовились и представлялись на суд жюри разнообразные блюда, их история, начиная с периода Урарта Ахаменидов. Были представлены также предметы прикладного искусства. В основном в палатках были сисянцы. Большой интерес был к палаткам арцахцев. Каждый желал отведать традиционное арцахское блюдо «жингялов хац», а также всякие сладости. А иранские палатки были переполнены уникальными блюдами и сувенирами. К примеру, вот этот энергетический десерт, который имел неповторимый вкус. Он полезен для диабетиков, для тех, у кого повышенное или пониженное давление и так далее. А сцена перед мэрией была предоставлена на культуре двух стран. Перед началом зрители приветствовали организаторов фестиваля. Отметим, что фестиваль проводился в рамках программы «Помощь развитию туризма». Он проводился при поддержке Комитета по туризму Армении, Марспетарана Сюника, мэрии Сисяна, при активном участии посольства Ирана в Армении и других государственных организаций Исламской Республики Иран. Фестиваль также стал реальностью благодаря ощутительной поддержке Зангезурского медно-молибденового комбината. В концертной программе выступили музыкально-танцевальные коллективы из Сисяна, Арцаха и Еревана.
объектом сима раза цнотлерит, что ракале марюнакит, куйлерит, уех пайфлерит, что ракале интабекит, иренц болит мимкесит. Ավելի ամրանալու, մենք ավելի եք բարի դառնալու և հանդուրժողական մեկ ասկեսի նկատմամբ։ По признанию самих сесианцев, такого у них в городе не было несколько десятилетий. Наконец мы увидели друг друга. Со слезами счастья и радости признавались они. Среди них были даже пожилые, которые из-за болезни не выходили из дома уже несколько лет, но праздник привел их на площадь. Мероприятие было продолжено в ночь с 10 по 11 августа в Караунде, в древнем мегалитическом комплексе Зурац-Хареш, что переводится как «каменное войско». Здесь несколько тысяч посетителей, согласно традициям языческого периода, встретили Новый год Навасарт и восхождение созвездия Орион, которое у нас носит имя армянского патриарха Гайка, легендарного прародителя армянского народа, а также основоположника легендарной династии Гайкитов. Согласно одной из древних греческих легенд, Орион был сыном бога морей Посейдона. Его стихией была охота. Однажды получается так, что во время охоты он уничтожает всех зверей. Богиня охоты Артемида, желая спасти остальных животных, к Ориону отправляет скорпиона, от укуса которого Орион умирает. И так как он делал и добрые дела, уничтожая опасных хищников, его возводят на небеса, и он занимает свое почетное место среди созвездий. А армяне, как я уже сказал, созвездие Орион назвали именем Гайка. Навасарт праздновался именно в честь победы Гайка над Белом в 2492 году до нашей эры. Именно в эту ночь на небе появляется знамение. В тишине прозвучал крунг комитаса, и все начали поздравлять друг друга с Новым годом.
А это мероприятие организовал исследователь древних цивилизаций Вазген Геворкян, кто большой знаток этого дела и десятилетиями изучает это удивительное явление. На этом основные мероприятия подошли к концу. Утром должны были вернуться в Ереван, однако мне повезло. А о том, что произошло на следующий день, расскажу во втором фильме. Добавлю, что фестиваль оправдал себя. Главное, что жизнь в Марзе, в частности Сюники, вновь ожила. Марс, о котором в последнее время слышим только отрицательные новости. На самом деле, этот удивительный уголок Армении живет своей жизнью. По-прежнему гостеприимный и ничего не боится. Не буду кривить душой. Город Сисян в хорошем состоянии. Наконец, дороги основательно отремонтированы. На лицах людей улыбки. Если честно, это мои наблюдения после того, как я в 2017 году был там с квартетом имени Кумитаса. Праздник Новосарт послужил также своей непосредственной цели, которая была направлена на укрепление позиций двух стран-соседей. Эта традиция будет иметь продолжение, а гости так были вдохновлены, что думают подобный фестиваль организовать также в Иране. Что ж, Бог в помощь. Пусть будет мир во всем мире. И во главе с Айкомна об этом наша нация будет единой и уверенной во всех победах. И мы уверенными шагами пойдем в сторону великой Армении, великого Айкомна.